Peggy 18. M for mature. The last will and testament of the deceased, Thomas Wayne. In the event of my death, I hereby declare that all my worldly possessions pass to my son, Bruce Wayne. Bruce, I ask that you honor the Wayne family legacy and commit yourself to the improvement of Gotham City, its institutions, and its citizens. Please, be strong. You are young, but destined for great things. Make the most of your opportunities. Use them to give back to a city that has given us so much, to change the lives of millions of people. Do not be frivolous with this wealth. Please do not waste it all on fast cars and outrageous clothes and the pursuit of a destructive lifestyle. Invest in Gotham. Treat its people like family. Watch over them and use this money to safeguard them from forces beyond their control. My deepest regret is I will not see you grow into the good man I know you will become. And finally, my son, I ask that you never abandon this city to fate. We have lived through dark days, and no doubt there are more to come. But it is the good and great men who stand up for Gotham when others turn and run. In death, I will love you forever. Your father, Thomas.
Приветствуем вас, любителей пострелять и погонять. С вами Превьюз-блог, видеопередача, которая проспойлерит все подробности нашего будущего, товарищи игроки. Сегодняшним пациентом будет мышеподобный Бэтс в новом Arkham Knight. Приготовьте свои пуканы, мы начинаем. Честно, у меня, как автора этих строк, отношение к Бэтмену было скорее положительным, чем отрицательным. Я радовался похождениям героя в Arkham Asylum, с улыбкой смотрел на Arkham City, пропустил Arkham Origins и, к слову, не зря, так как проект изрядно критиковали. От Arkham Knight не ждал ничего особенного, так как в голове сложился образ того, что в новых частях будут лишь косметические изменения. К счастью, я ошибся. Начнем по порядку. Давайте напомним вам, что место действия новой части Бэтмена разворачивается спустя год после событий Arkham City. Город еще не успел оправиться от нападок Джокера, а тут уже маячит новый антагонист в лице Пугала, который изрядно потрепал нам нервишки в первой части. Он приказал жителям города в течение суток покинуть город, иначе всем будет хана. А чтобы послание доходило более наглядно, Пугало использует личную армию наемников, на вооружении которых стоят танки и химическое оружие. Ну и, конечно, куда без колоритных персонажей вроде Пингвина, Двуликого, неизвестного незнакомца в блестящих доспехах и прочих звезд местного шапито. Итак, люди массово бегут из Архама, и в этом кроется одна такая приятная мелочь. Игровое окружение стало более живым. Нет ощущения, что в многочисленных кварталах Arkham City не осталось ни одной живой души, кроме подопечных злодея The Batman. На дорогах сплошные пробки из автомашин и грузовиков. Люди в панике пытаются спастись, а наемники занимаются мародерством. Нельзя не отметить, что по сравнению со второй частью новое выросло по крайней мере в 5 раз. По-настоящему чувствуется размах, и касается это не только города, но и размеров зданий. Видать, Rocksteady уж больно понравились натуральные величины страны в Assassin's Creed Unity и позаимствовали эту фишку у Бэтмена. Небоскребы смотрятся действительно небоскребами. Повсюду есть наземные железные дороги, в общем, мир смотрится с одной стороны футуристичным, а с другой в стиле Готэма. Ну а чтобы нашему герою было проще перемещаться по таким просторам, разработчики предусмотрели несколько фич. Во-первых, теперь можно цепляться крюком сколько угодно раз, и Брюс парит куда дольше, чем он это делал в предыдущих Arkham игр. Ну а во-вторых, автомобиль. Бэтмобиль. Это та фишка, которую, по словам разработчиков, мы будем использовать везде. Сначала все думали, что транспорт будет присутствовать лишь в нескольких миссиях, оказалось, что нет. Самый яркий пример — борьба с танками противника. Наш Бэтмобиль умеет превращаться в Бэт-танк, вооруженный гладкоствольным 60-миллиметровым орудием, парой пулеметов и прочими высокотехнологичными штуками. Также транспорт можно использовать для достижения труднодоступных территорий. К примеру, можно пересечь реку. Залезаем в Бэтмобиль, разгоняемся со всей скорости и выплевываем Бэтса, а тот допарит до другого берега. Примеров достаточно много, иногда придется хорошенько подумать, как применить технику во благо героя. Это, к слову, о головоломках, где транспорт также понадобится. Из ряда нововведений стоит отметить переделанную боевую систему. Разработчики понимали, что постоянно долго мутузить одного противника игрокам неинтересно. Поэтому они придумали Chained Takedown'ы. Вместо того, чтобы возиться с супостатом по отдельности, можно быстро добивать окружающих неожиданными ударами. Достаточно лишь направить камеру на противника и вуаля. Правда, такие штуки будут проканывать лишь с рядовыми представителями местной фауны. С более опытными придется общаться контратаками и спецприемами. Иначе придется получить звездюлей. Можно использовать environment takedown'ы, где Бэтмен использует окружение против особо опасных дерзостей. Постановка прибавила в разы, окружение тоже стало приятнее, несмотря на то, что Arkham Knight разрабатывается на основе Unreal Engine 3. Стелс-режим и режим детектива есть, но о них рассказывать особо нечего, так как без изменений. И ладно. Ну а в целом Arkham Knight лично у нас вызывает оптимизм. Если перечислить по пунктам, почему стоит купить Бэтмена, то назовем. Большой открытый мир, переработанную боевую систему, интригующую завязку, да использование автотранспорта. Встряхнуть Arkham игры нужно было давно, и скорее всего Arkham Knight это сделает. Игра выйдет на новом поколении консолей и ПК в июне этого года. Но обладателям старых приставок и устаревших ПК придется сделать сосай-масай. На этом все. Лайк и подписка с тебя, свежие материалы с нас. Ну а с вами был Превьюз-блог. Желаю вам приятного здравица, успехов.
хорошо. PlayStation.